Всем привет! На канале Единой Лиги обзор матча в Саратове. Автодор Ника Минерата против Астаны Родрика Одома. Вся игра Автодора в первых эпизодах подборки. В защите угловатый, неудобный, жесткий, но вполне проходимый. Родрик Одом. Игра до конца. Один против троих. Под чужим кольцом. Обратите внимание на жест Минерата. Что же для нападения саратовцев, пока эти парни тащат, Автодор держится. Сергей Быков, 30 минут игрового времени. Ник Минерат, 37,5. Сергей Быков сумел завести партнеров и до самой сирены не отпускал капитанские вожжи. Евгений Колесников. Точно 3 очка. В свою очередь, лидеры Астаны грамотно разложили силы на весь матч. Роберт Лоури и крутейший скилл – бросок с отклонением. Автодор отвечал не менее зрелищно. Подрев зала, Винс Хантер. Долечу, не долечу, долетел. Смотрим еще раз. Задумчивый данк. И после большого перерыва не было царей на паркете, кроме Сергея и Минерата Его. Слепой пас и мясной данк. У Быкова 8 ассистов, у Минерата 23 очка. Периодически подключался Джош Адамс и подключал Хантера. У Винса 17 очков, а за данки отдельное спасибо публике. Лучшим в составе Астаны стал Иан Миллер. 25-летний американец забил 5 из 10 трешек и набрал 24 очка. Автодор догонял Астану на всех парах. Интересная дуэль Джош Адамс, Усман Крубали. У Большого нет шансов. Очень скоростной игрок. «А как вот такое может быть?» – думал Сергей Быков, стремительно приближаясь к кольцу. «Где все? Ау!» Сергей проникал таким образом тысячи раз. Напряженная концовка. Равный счет. Фол Астаны. Досадный промах измотанного Минерата. И огромное желание победить у казахстанцев. Образцовая концовка. Эпизод сыгран до победного. Грек Леонидос Косылакис ставит точку. Казахстанский чемпион уверенно в зоне плей-офф. У Автодора по-прежнему с боевым духом полный порядок. Спасибо за внимание. Поддержите ролик в сети и до встречи на канале Единой Лиги.